Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Грибалов. Сегодня приехали в лесок, выходной. И вот какие грибы нам уже попались. Это калибия масляная. Видимо, кто-то прошел, вот один гриб уже был перевернутый. А это грибы я сорвала сейчас. Три грибочка калибия масляная. Конечно, после заморозков они немножко помороженные. Но, в принципе, взять их можно. Посмотрите, главное, чтобы они не были червивы. Вот их сколько. Нет, этот. И вот еще. Кто-то прошел, брать не захотел. И вот еще. Ну, мы возьмем. Так что сегодня мы грибочков пособираем. После заморозков у нас плюсовая температура. Все растаяло. Сегодня плюс 2. Снега, как вы видите, абсолютно нет. Грибочки стали появляться. Какая-то... Мы видим, говорушка какая-то. Ну, брать не буду. По-моему, это... А, нет. Это та же калибия масляная. Просто я ее не узнала. И вот еще. Тоже калибия. Тоже можно взять. Еще какие-то маленькие грибочки, которые не вызывают особого доверия. Очень много их. В этом лесу есть зеленушки. Может быть, мы еще и их найдем и встретим. Но уже радует то, что грибочки есть. Есть. Сейчас будем искать, что еще мы найдем. Но грибов мы видим, что грибов очень много. Посмотрите. Много. Прячутся они под веточками, елочками, иголочками. Будем искать. А это вот снова пошли в рост лаковицы. Лаковица розовая. Маленькие, но я хочу сказать, очень крепенькие они сейчас. Прям такие хорошие. Кто-то прошел, видимо, видите, сбил. Ну, мы возьмем вот три грибочка. Остальные малыши пусть растут. Лаковица розовая, съедобный гриб. А вот еще один съедобный гриб. Вот наступила, видимо, я. Ну вот еще один маленький. О, вот еще. Кто-то, видимо, это впереди меня прошелся и потоптал немножко. Это тоже съедобный гриб. Очень вкусный, сладенький, нежный грибок. Просто изумительный. Это гиграфор поздний. Вот кто-то, видимо, шел впереди. Собрали, не собрали. Ну вот, маленький совсем оставим. Пусть растет. Может, вырастет. Видите, вот появляются. После того, как пошла оттепель. Ну вот, видите, кто-то тут прошелся, подавил. Вот они. Но только, видимо, появляются. Так, это еще один представитель. Ну, вот кто-то тут прошел. То ли сбил, то ли собрал. Угу, надеюсь, что собрал. Хорошие, видимо, были грибы. А еще один представитель съедобных грибов. Гиграфор поздний. Да, я вижу, тут, наверное, впереди меня хорошо прошли. Видите, чуть-чуть я... припоздала, как говорится. Остались только рожки да ножки. Интересная шишка мне попалась с грибочками. Хоть бери себе на поделки. Красота. Причем это уже не первое. Грибочки и шишки. Пусть растут.
Вот еще одни экземплярчики спрятались. Посмотрите, целая семейка. Целая семейка гиграфоров. Хоть они и небольшие, но их можно брать. У них очень длинная ножка. И с ножкой тоже забираю. Потому что ножка съедобная. Просто так гиграфоры не найти. Они сливаются цветом вот с травой и практически не видны. Особенно, когда они, видите, кто-то прошел, очень много подавленных. Люди, видимо, их не собирают и поэтому под ноги не смотрят. А гиграфоров вообще очень много. Сегодня у нас будет блюдо из гиграфоров. Это тоже возьмем, он гриб хороший. Вот маленький растет. Даже маленький, я вам сейчас покажу. Все равно, видите, ножка длинная. И его тоже можно взять. Сюда мы неизвестно, когда попадем. Поэтому можно собирать все грибы. Вот прячется. Вот издалека даже и не видно, что здесь есть грибочек. Вот он один, а вот он второй. Иногда сядешь, кажется, нет, грибов нет. А когда начинаешь присматриваться, оказывается, что грибы на каждом шагу. И даже боишься, что ты на них наступишь. А ты обязательно на них наступишь. Один, да раздавишь. Вот тоже. Разве его можно увидеть? А вот посмотрите, какие вообще удачные экземпляры. Большие. Один и второй. Шикарные грибы, шикарные. Ой, посмотрите, какое я замечательное местечко нашла. Вот, вот. Вон они прячутся. Вот. И корзинка уже набирается, набирается. Полненькая почти. Посмотрите. Вот теперь. И божья коровка тоже ожила. Проснулась и выползла. Погреться. Прошлась еще раз по полю. В надежде найти синеножки. Потому что вроде бы в Курске стали выкладывать фотографии. Они появляются. Тем более у нас сейчас очень тепло, хорошо. Самые комфортные для роста синеножки условия. Но грибов все равно нет. Возможно, в этом году не урожай. Раз в том году было очень много, в этом году грибов мало. Они, может быть, и есть, но очень мало. В общем-то, сегодня и так день удачный. Набрали много гиграфора. Так что в ближайшее время появится видео, как я готовлю гиграфор. Попалось несколько экземпляров колибри масляной, но я ушла потом из леса. Поэтому собирать колибри у меня намерения не было. Я и хотела собрать гиграфора. Но цель достигнута. Прогулка удалась. Погода у нас шикарная, замечательная. Я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.